Добрый день. Сегодня сделал интересное наблюдение. Вот. Ну, что, как бы, даже не знаю, как его назвать. Но давайте сейчас померяем температуру рамы. Шесть. Окно здесь открыто, а вот здесь закрыто ставнями. Ну, как вы видите, ставни даже не плотные, вот там щели. И давайте посмотрим, сколько будет здесь. Оп. Давайте еще вот здесь сравним, потому что, ну, можно предположить, что из-за батареи, идет с этой стороны туда дальше тепло, что здесь батарея чуть горячей, тогда здесь должно быть еще сильнее горячей. Ну, как вы видите, здесь 21, потому что ставня, видите, сильнее открыта, я думаю, из-за этого. Вот. Такая нехитрая проверка показывает, что закрывать ставни полезно для сохранения тепла на ночь там, ну или если никто ничего не делает. Давайте вот сравним еще вот с одним окном. 17. Ну, как вы видите, там 21-22, тут 17. Давайте сейчас мы еще пойдем в другую комнату. Вот здесь, что у нас покажет. Опа, а здесь тоже 17. А почему так? Ну, здесь вот есть трещина, и здесь окно открывается. Поэтому само, как вы видите, возможно, из-за этого оно не плотное, сильнее промерзает. Ну вот, честно говоря, возникли у меня сомнения. Может быть, что вот там трещина и промерзает, но... А давайте еще сходим в одну комнату. Что здесь покажет? Так. А, здесь тоже открывное. Тоже щели есть. Ну, давайте сейчас еще десяти. Видите, здесь может еще из-за чего быть, что здесь закрыты жалюзи, и туда меньше попадает воздух. Ну, поэтому хуже прогревается. Ну, мне кажется, все-таки вот зал показательный в этом плане, что... Все-таки есть от этого польза закрывать окна. Хорошо бы с утра проверить. Так, ладно, не получится. Ну, я редко бываю с утра, открывают до меня окна. А так можно закрыть и поглядеть, что будет. Какая температура. Вот, ну вот такое небольшое наблюдение, как сказать, эксперимент. Это говорит о том, что надо все-таки подстругнуть ставни, чтобы они плотно закрывались, и тогда будет меньше потери тепла. Вот, ладно, всего доброго, благодарю за внимание.